Итак, наставники, тренеры строят взаимоотношения. Наставники, тренеры идут вместе с нами, помогают нам понять, что Бог совершает в нашей жизни. И третье, тренеры помогают нам также перефокусироваться. В Деяниях апостолов, 11 глава, с 19 по 21 стихи, мы снова видим Варнаву. История развивается, идет дальше. Вы помните, что в 4 главе говорилось о том, как Варнава продал свою собственность, принес деньги к ногам апостолов. Он строил взаимоотношения. В 9 главе мы видим, как он помогает Павлу переоценить Божью волю, Божий замысел, и помогает Савлу встретиться и общаться с апостолами. В 11 главе Иерусалимская церковь узнает о новой Антиохийской церкви и решает направить в Антиохию кого? Конечно же, человека, который умеет идти рядом и при этом не господствовать и ничего им не диктовать. Того, кто будет поддерживать их, ободрять их. Они направляют туда сына утешения. Мы читаем, «Между тем, рассеявшиеся от гонения, бывшего после Стефана, прошли до Финикии и Кипра и Антиохии, никому не проповедуя слова, кроме иудеев. Были же некоторые из них кипряне, и киренейцы, которые, придя в Антиохию, говорили эллинам, благовествуя Господа Иисуса. И была рука Господня с ними, и великое число уверовав обратилось к Господу. Дошел слух о сем до церкви Иерусалимской, и поручили Варнаве идти в Антиохию. Он, прибыв и увидев благодать Божию, возрадовался и убеждал всех держаться Господа искренним сердцем. То есть он убеждал их быть верными, держаться Божьего Слова верно. Понимаете, он не просто дает направление. Иногда, да, приходится дать направление. Особенно, когда возникают сложности. Нужно перефокусироваться. Нужно задуматься о том, что хочет для нас Бог. Но нужно еще кое-что. Нужно снова показать человеку важные принципы, важные основания, чтобы все это было перед нами. И вот такой Варнава покажет нам эти основания и, если надо, поможет нам перефокусироваться. Наставник, тренер покажет нам разницу между важным и не очень. Он покажет следующий шаг, но не будет диктовать его. У него нет собственной повестки дня, собственных планов. Ему нечего навязывать. Но он может помочь нам понять Божьи принципы, Божьи установления по воле Духа Святого. Итак, рефокусировка, смена фокуса — чрезвычайно важный навык. И нам нужен человек зачастую, который сможет выстроить взаимоотношения с нами, поможет нам увидеть дела Божьи, поможет нам рефокусироваться, перефокусироваться, увидеть, чего Бог от нас хочет дальше. И вот на протяжении целого года, мы читаем в Деяниях апостолов, он, прибыв и увидев благодать Божию, возрадовался и убеждал всех держаться Господа искренним сердцем. И вот он вспомнил о человеке, которого знал очень давно,
Это был апостол Павел, Савл из Тарса. Он отправился в Тарс и привез Савла в Антиохию. И полтора года они учили вместе в Антиохии. Что же делает Варнава? Это одна из ролей тренера. Он смотрит на антиохийскую церковь и видит, что у них есть конкретная нужда. И он помогает восполнить эту нужду. Он отправляется и привозит туда Савла из Тарса. Это следующий шаг деятельности наставника, деятельности тренера. Он дает необходимые ресурсы тем, кому служит. Варнава дал необходимые ресурсы через другого человека, который тоже должен был быть в команде. Ресурсы можно давать и по-другому. Это совершенно не обязательно означает, что ресурсы — это только деньги. Иногда, когда говорят, мне не хватает ресурсов, имеется в виду, вот нужны деньги, нужен кто-то, кто пожертвует, нужен спонсор. Финансовый спонсор. На самом деле, в данном случае, Бог совершал нечто совершенно противоположное. В Деяниях, 11 глава, мы читаем: «Потом Варнава пошел в Тарс искать Савла, и, найдя его, привел в Антиохию. Целый год собирались они в церкви и учили немалое число людей. И ученики в Антиохии в первый раз стали называться христианами. В те дни пришли из Иерусалима в Антиохию пророки, и один из них по имени Агав, встав, предвозвестил духом, что по всей вселенной будет великий голод, который и был при кесаре Клавдии. Тогда ученики положили, каждый по достатку своему, послать пособие братьям, живущим в Иудее. Что и сделали, послав собранное к пресвитерам через Варнаву и Савла». Когда мы приехали в Россию в качестве миссионеров в 1992 году, мы встретили там множество основателей церквей. Всем им были нужны ресурсы, а конкретнее деньги. И вот наша миссия решила выплачивать определенную сумму каждый месяц этим основателям церквей. Мы пообещали поддерживать их 3, 4, 5 лет, сказали о том, что потом поддерживать уже не будем. К тому моменту вы должны научить церковь жертвовать, и у вас должен быть церковный бюджет через щедрость людей в церкви. Вот я сейчас об этом задумываюсь и думаю, что не надо было нам давать людям деньги. Потому что смотрите, как Бог поступил по отношению вот к этой новой церкви. Варнава не привез деньги из Иерусалима. Наоборот, Бог прислал пророка из Иерусалима и призвал церковь с самого начала не получать, но отдавать. Более того, предполагалось, что церковь соберет вспоможение жертвам засухи, голода, которых еще не было. Это было предсказание на будущее. Был предсказан голод, но Бог хотел научить эту церковь с самого начала, что блажение отдавать, чем получать. Вот такова ключевая ценность христианской жизни, если мы хотим быть здоровой, растущей церковью. Если мы хотим получать ресурсы от Бога, то нужно щедро делиться ресурсами с другими людьми. То есть смысл ресурсов — это не только деньги. Это та помощь, которая нужна человеку. Может быть, какой-то интернет-сайт, может быть, книга, может быть, человек, с которым нужно побеседовать. Все что угодно. Все это ресурсы. Помощь, которая может понадобиться конкретному человеку. Я думаю, что вы понимаете ценность таких взаимоотношений. Потому что такой наставник заботится о нас, и мы заботимся о нем. Он поможет нам понять, чего хочет для нас Бог.
Он поможет нам перефокусироваться, сменить фокус своего размышления, своего взгляда. Это человек, который поможет нам найти необходимые ресурсы, не просто будет раздавать деньги. И, наконец, важно, чтобы эти отношения постоянно анализировались. Деяние 14:23. После того, как Павел и Варнава были направлены на основание церквей, мы читаем о том, что, рукоположив же им пресвитеров к каждой церкви, они помолились с постом и предали их Господу. И дальше мы читаем о том, что они, пройдя через Писидию, вернулись в Антиохию и рассказали там обо всем, что делает Господь. Дальше эти отношения, отношения менторства, отношения тренерства, были подвергнуты анализу. Нужно было посмотреть, что происходит, что совершил Бог. Это действительно важная часть такого анализа. Важно проанализировать также, не пора ли поменять эти взаимоотношения. Допустим, мы встречались каждый месяц, раз в месяц. Нужно ли встречаться и дальше? Или просто лучше молиться друг за друга? Нужно ли продолжать эти взаимоотношения? Или, может быть, есть смысл их прервать? Все это происходит именно тогда, во время переоценки. Да, мы радуемся тому, что совершил Господь. Мы оцениваем то, что видим, и пытаемся достичь согласия по поводу того, что делать дальше, как нам встречаться, как нам общаться, есть ли нам смысл работать вместе, или пора расставаться. Вы помните, как окончились отношения Павла и Варнавы? В 15 главе у них был серьезный спор из-за Иоанна Марка. Настолько серьезный, что они решили разойтись в разные стороны. Причем решение это пришло к ним после достаточно жарких споров. Кстати говоря, греческое слово, которое используется здесь, о спорах, это слово можно переводить также «поддаваться на провокацию» или «поддаваться гневу». То есть, возможно, здесь действительно были жаркие споры. Смотрите, конечно, бывает сложно завершать таким образом взаимоотношения. Со мной такое бывало. Но все-таки эти отношения все равно того стоили, независимо от того, насколько тяжело или легко они завершались. Может быть, раньше нужно было пересмотреть взаимоотношения. Может быть, раньше нужно было избежать споров, вместо того, чтобы вот так поспорить и расстаться. Я думаю, что эти принципы вам помогут в размышлении и в действии. Я верю, что каждому из нас нужен свой Варнава. Приглашаем вас принять участие в глобальном проекте по распространению Евангелия и расширению библейского образования. От нас зависит, будет ли христианское образование доступным. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tvseminary.com. Ищите нас в поисковых системах по запросу «ТВ-семинария».